продолжение легендарного шоу «Суперстар. Возвращение». В новый уже третий сезон мы, как всегда, пригласили звезд, которые в 80-е, 90-е и даже нулевые сносили крышу миллионам фанатов. Но в какой-то момент пропадали из виду. Мне говорят, ты сошла с ума, а я... Это как глоток свежего воздуха. А я в пруду для... Если сегодня впервые молодежь услышит этот трек, то он опять хит. Такой молодой голос сохранит. Как? Это самый настоящий хит. Я люблю вас, девочки. Я люблю вас, мальчики. Припев, конечно, пушечный. Это вечная песня. Нам все равно попадется какой-нибудь козел, которого мы представляли львом. У нее глаза. О, супер! Это супер! Рокси прекрасная. Браво, браво. Не обижай, не обижай, жених, девчонку мало. Эффект вау. Очень клевый вокал. Новые правила. У наших судей в этом сезоне будет возможность один раз спасти одного участника. А в жюри любимые. Сейчас их похабят старые песни. Какими звуками. Я опять на этом проекте буду Баба-Яга против. Ты меня расстроил. Кошмар на улице суперстаров. Браво! А чего вы сидите и не хлопаете, а? Новый сезон шоу «Суперстар. Возвращение». Я за коллег буду рвать цепи. Слава богу, эта цепь не выдержит. Премьера с 6 ноября в 20:20 на НТВ.